Благоустройство бульвара Евскина в районе школы номер 7 завершат к концу месяца. Начались работы летом. Сотрудники компании «Ремстрой» заменили более 1000 квадратных метров тротуарной плитки и почти 800 погонных метров бордюра. Ремонт проходит по графику. Работники приступили к озеленению части сквера. Высадили пирамидальные туи и казацкий можжевельник. На улице Краснодарской тоже проходят работы по благоустройству. От переулка Строителей по улице Краснодарской до улицы Маяковского по нечетной стороне были произведены работы по благоустройству газонной части. То есть был вывезен полностью 100% грунт со всех газонов. Облагородят газон у общежития по улице Краснодарская, 65. Заказ на работу уже поступил. Было обращение «Меркурия», это Верстунин Владимир Петрович, тоже это возле общежития Краснодарской, 65, там порядка 300 квадратов большой газон, тоже был вывезен старый грунт с наплывами, выровнено, завезен чернозем, тоже там уже и посели траву. Стараемся, чтобы в Анапе была красивый, цветущий город, в котором мы все живем. Все должны, каждый должен обращать внимание на благоустройство в городе, почему? Потому что это наш общий дом, и на это нельзя закрывать глаза. Вот, например, мы только навели порядок, а кто-то уже кидает мусор. Некрасиво. Поддерживают порядок и на Анапском шоссе. Высаженные в этом году туи поливают, подстригают и подкармливают. Высохшие из бракованной партии заменят зелеными, когда придет срок пересаживать южные растения.